Уже возвращаемся домой. Кто хочет с нами опять полазить? Я говорю, идем. Идем той тропой, которая пришла. Мы сейчас здесь поднимемся. Здесь такой черный песок. Но он еще влажный. У нас дождь пришел. Читала, передает желтую опасность, желтый уровень опасности. Град дождистый. Не замечаю. Камни. Чтоб такое было, ребята, в пятницу вечером в Лимассоле. Пошли сюда. А, да вон Боня. А, он переходит. Пятница, вечер, Лимассол. Ребята, такого не было никогда. Никогда. И едет под ноги автобус. Вот и такое, видите, так зелено. Пошли, кума. Гляньте, пусто вообще. Пусто, боже, разрух. Все закрыто. Какой кошмар. Но take away delivery не work. Работают. Можно заказать. Пошли за мной. Офигеть, как пусто. Пятница, это же самый движ. Этот комплекс тоже называется Сан-Сити. Как у нас, это первый корпус. Я бы хотела жить. Там прям такой прям крутой этот комплекс. Он там с охраной, но там такие цены. На квартирочке. Шо писец. Очень классно. Мне так нравится. Оно тебе, рентик. И Масерати. А, look, this ATM is open. Банкоматы же были вообще все запечатаны досками, закрыты. А этот работает. Вот, видите? В этот комплекс не пройти. Нифига. А в тут можно. А через тут можно просочиться. Мы, кстати, Робертушка, могли бы тут с тобой зайти и выйти прямо из себя дома. Ханы, come here. Пошли, quickly. Заходим. Пошли, Роберт. Делай вид, что ты тут жив. А мы, кстати, вышли сейчас на вот эти барбекю, которые я показываю. Палатино. Такой приличный домик. Все в камерах. Все как должно быть. Красиво. Аккуратненько. Гляньте, какой вход красивый. Что-то новенькое. А мы выйдем вообще? Он меня сейчас кончит. Мы не выйдем здесь, ребята. Мы не выйдем. Через забор надо лезть. Ой, он меня сейчас убьет, ребята. Мы не выйдем отсюда. Мы зашли, зашли. Но мы не выйдем отсюда. Тупик. Ханни, тупик. Тупик. Вот так неудобно получилось. Не верю своим глазам. Надо возвращаться. Тупик. Тоже хороший домик, такой аккуратный, отремонтирован. Не знаю. Я зашла сюда на ресепшн, подумала, что тут может быть кто-то есть, кто нам откроет двери. Знаете, как тут нарядненько. Прям красиво. Блин, как выйти отсюда?
Какие-то карты эти. А что ж мы же нажать что-то? Номер, какой номер? Ребят, какой у нас номер? Любовь моя. Ну, no, we just go to the left. Пожалуйста. Рита как слепа. Ага, мы behaving in common. Калиточка. Для... Жарко, сын. Как же жить? А, все просто, любовь моя. Смотри. Раз, два. Смотри. Ой, а ты нервничал. Давай налево. Honey, to the left. Неправо, Лим. Хотя как хорошо, ребят. Пошли. Идем. Стюпит вода. Ну зато как внутри красиво. Закрыто. Теперь мы это знаем. Просто тупик. Оказалось. Просто тупик. Так, что здесь у нас? Пошли, Робертушка. Тут тоже закрыто. Yes. Откуда я знаю? Ведь ты уверена, что мы пройдем? Ну, что обходить? Ой, не знаю. Открыто, давай, quickly. It is open, because. Ты ничего не знаешь. Видите, котиком тарелочки стоят. Давай, давай, давай. Боже. Слазь давай. Мартышка. Открыто. Все, Робертушка, идем. Как там красиво, да, ребята? Кто-то на ресепшн подошел. Как там красиво в том комплексе. Блин, закрыто. Я думала, вот эта дырочка. Как же ж выйти? Закрыто все, к чертовой мой. Ох, он сейчас на меня психанет. Ребята. Хай нам-то женщина подскажет, кот, wait. Нашла лазеечку. Таким же путем возвращаемся обратно. Все. Ура! Все. Ребята. Всем самого классного дня. Замечательного вечера. Какого дня, что, Эмиль? Хорошего вечера вам всем. И замечательного настроения. Как и меня, например. Робертушка, смайл, хани. Думаю, тут хоть бы уже до дому добраться. Да. Мы пройдемся этим комплексом. Ой, ты под пальмой спрятал. Домой. Пойдем другим путем. Honey, follow me, please. Why not? Come on. Идем, идем. We go home. Так красиво, повключали фонарики. Ой, как тут хорошо. Мы сюда с Луриком плавать ходили. Лареточка. Привет тебе, дорогенька. Когда ко мне приезжала подружка из Литвы, из Клайпеды, и в нашем бассейне, я вообще бассейн, не знаю, брезгу. Но вечером иногда могли, но в нашем 10 тысяч детей, приезжих, туристов, всех на свете. А тут прям хорошо заливал дождик. И мы сюда ходили. Так здесь он и чище, и лучше. Тут у них волейбольная. Нет, это теннисный корт. Это для теннис. Говорит, мы сможем выйти. Молодец. А вот этот джакаранда. Ой, ребята. Здесь у них целая вот эта вот аллея от джакаранд. Боже! А вот наш дом. Вот, пожалуйста. Целая аллея фиолет. Нежно. Такие фиолетовые цветы. Но скоро начнет она цвести.
Вся аллея, вся. И на земле, и здесь целая аллея этих джакаранд. Робертушка, енот контента. Давай. Идем. А вот то, что строят. Как тут воняет котами всегда. Нас уже у них тут туалет вообще. Смотрите, ребята, вот это строится. Вот это должно вот стать вот таким. А за той пальмочкой мой домик. Когда они уже достроят? А когда достроят, видите? Все, им сейчас перекрыли работу с этим карантином. Должно быть классно. Ой, прям такая прогулочка. Так свежо, особенно после дождичка. Мой класс. Замечательно. Это гибискусы. Я уже не буду к ним идти.